Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной коллекционер на аккаунте Александра. Ник Руфогель. Вот так вот называется. Он находится в гильдии Guild 001. Вот это объясняет отношение людей после обнов к разработчикам. Что я могу сказать? Так, окей. Он, судя по всему, донатный. 278 тысяч доната. Улыбнула, конечно, надпись в гильдии. Смотрим, что у него по героям творится. Идем ролить коллекционера. Так. Кольта нет, зато Некрос есть. Амандора. Асура, Махатма, Рогатка, Будиман. Ну, в общем, последних героев у него как раз таки нет. Хорошо. Поехали дальше. Так, Дракула, Дед Мороз. Ну, сегодня какой-то день, все старенькие такие аккаунты с умеренным донатом. Очень мало новых талантов на них. Да, еще каменки стоят. Жесть, короче. В общем, такой вот аккаунт. Поехали ролить сегодняшнего коллекционера. Надо достать пятый психощит, ну и лучше всего еще выбить командору. Окей, let's go. Смотрим. Какой же сегодня будет рандомчик. Отлично, слотов на складе нет. Все как всегда. Зато три наемных убийцы. Так, вот наконец-то нам Ара упал. Призрачный всадник. Еще один призрачный всадник. Влад Дракула. Да, это мега роллинг, ребята. И эктоплазма. Просто изи. Капитан Рогатка был, ну это уже лучше, чем ничего. И опять мы увеличиваем слоты на складе. Сердцеед, как Дед Мороз, неплохо. Так, почти экватор. 10 с 15, ну вообще огонь. Или поразвлекаемся в рейдах. Конечно, надпись просто жесть. Улыбает. Ну, почти затащили. Let's go. По-любому сейчас выбьем имбу еще одну. Ну. Ну, и она. Просто жесть. Осталось, что там, нам два слизнячка добить. Череп. Ведьма. Крутитель. Вот, собрали. В принципе, за сколько мы их собрали? Там было 40... 5, по-моему, вообще за фигню собрали. Не собрали. Еще один. Оп, вот теперь собрали. Вот так вот. Ну а героев как заклинательница как не было, так и нет. Ара, не знаю, что-то просто жесть. Падают такие герои, что смешно просто. Где им бы? Вот так вот я решил его закончить. Еще в конце слизняк упал, как назло. Ну что я могу сказать? Рунги. Полный отстой сегодня. Ну, практически, конечно, не считая там одного роллинга или двух. Падает, конечно, ну просто печально.
ляп-ляп нападал на нас. Это просто жесть, что мы там потратили. Ну, 43, ну, в принципе, за 30к мы собрали все. Да, но мы не выбрали ничего интересного такого для него. Ну, в принципе, сейчас посмотрим, но... Рогатка и все. Ну, в принципе, и это хорошо, конечно же, но хотелось бы получше. Сейчас мы посмотрим на эту рогатку. Максимум мест. Тут тоже мест нет. Что-то странно, мест у него очень мало, донат есть. Какая сила, я не знаю. В общем, ребят, такой вот короткий роллинг. В принципе, собрали все, что планировали, но реально одна рогатка и куча ненужных героев, даже не куча, а несколько, не особо радует. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.